Нина Сергеевна, на память. Прибыли в апартаменты. Местре, городок. Собираемся на трамвае в Венеции поехать, в Венецию. Я хожу как туркменская женщина. Ну, отлично. Прекрасно выглядишь, как всегда. Ну вот, оказались в настоящем итальянском доме. Вон какие тарелки. Кладите кашу, а то она остынет уже, обидно. Такой скромненький апартаменты. На две комнаты, ванна, туалет. Вот так основное все есть. Сейчас я вам покажу еще немножко. Ну, машину можно оставить на улице, то есть нам так сказали. Ну, вот на улице есть еще вот такой столик, стульчики, где можно отдохнуть, посидеть. Ну и давайте посмотрим, что там на втором этаже творится. Тут немножко темновато после улиц. Ну, смотрите. Вот даже старые фотографии. Бабушки и дедушки. Здесь жила бабушка. Вот это ее фотография. Ну и на второй этаж сейчас. Пойдемте покажу там, что там на втором этаже. Вот ванная комната. Небольшая. В принципе, все есть. И душ. И душ есть. Туалет. Биде. Стиралка. Ну и небольшая еще одна комната. Стандартная картина. Уже не в первых апартаментах вижу такую. Ну вот одна кровать такая небольшая, вторая большая. Ну так апартаменты рассчитаны на 5 человек. Салют. Хоть мам сфотографирую. Прозрачная была, это какая-то темная. Не, зачем прозрачная вода, нормально. Количество людей.
Вот это Гранд Канал, ман. Да, вот Гранд Канал. Вот здесь на все протяжении его как раз одни дворцы. Тут прямо смотри только по сторонам, можно сказать. Что там? Даже лучше. Ух ты, прям как настоящий. Комната красивая, аж чрезмерно. Почему на фотографии? Да, вот, так, мальчик смешной какой-то. Hast du die Tür auf und das Ding fotografiert? Nee, würde ich jetzt nochmal machen. Aber das, das war nichts. Нет, ну же. Слушай, она как будто живая картина, да? О, прям. Не, ну самому у меня уже это, голова кружится, да? О, все, появилось. Все, очертание появилось. А так до этого, когда зрение. Зрение, сын. Три картинки, которые ну, на да. Тебя прямо смотрят. А это? Это нет, здесь ты видишь, все она уже. Видишь, как? Нет, понятно, как она сделана. Три на тебя. Нет, это все ясно. Ну, просто самой иллюзии зрения. Вот так отходишь, она у тебя все, вся сливается уже. Она сливается. Который Путин покупает за миллион. Да, он же хотел как раз. Да, вот.
пуховик за миллион. Каждый пёрышко берут, золотом покрывают, ну, красота. Ну, так может, каждый пёрышко. Andiamo! Andiamo! Vabbè, così! Mamma mia! Thank you.
Там направо, смотри. Мама, повернись сюда, мам. А?